Давайте начинать. Значит, сейчас ну, мы с вами работаем в партнерских программах, и в партнерских программах, в принципе, как и везде, нужно всегда в каждый момент времени держать фокус. То есть надо понимать, что мы сейчас делаем, на что мы сейчас работаем в данный момент. То есть когда мы делаем какие-то ежедневные действия, у нас должно быть в голове какой-то фокус, на что мы сейчас работаем. И у нас с вами сегодня, какое у нас число, 28 сентября, это говорит о том, что у нас все ближе и ближе наше главное осеннее событие, это мероприятие компании в Турции, осенний выезд. И я хотел бы с вами сегодня еще немножко об этом поговорить. Я понимаю, что вы много сейчас об этом говорите, все ближе и ближе к мероприятию, все больше и больше сейчас об этом слышно. Вот. И тем не менее, я тоже хочу сегодня сказать свое слово по поводу этого события. Значит, вообще, мы с вами работаем в бизнесе, и как в любом бизнесе, у нас есть инструменты. То есть любой бизнес возьмите, там есть свои инструменты для того, чтобы в бизнесе было проще работать. Вообще, что такое инструмент? Инструмент – это то, что позволяет в кратчайшие сроки при минимальных усилиях создавать большие результаты. Вот три момента, которые позволяют инструменты. То есть в кратчайшие сроки при минимальных усилиях создавать большие результаты. Все началось, наверное, с там, первобытных времен, когда наши с вами прародители, они начали думать, что их физической силы обычно не хватает, и им нужны какие-то инструменты для того, чтобы делать какие-то больше вещи. Например, нужно поднять тяжесть, которая, я не знаю, там 100, 200, 300 килограмм. Что мы делаем? То есть мы физически, это нам тяжело поднять, мы создаем инструменты, то есть лебедку, потом это кран. То есть это то, что позволяет в кратчайшие сроки создавать больше результата при минимальных усилиях. Потом это все перетекает в бизнес, и в бизнесе тоже появляются инструменты. Еще раз, это то, что позволяет нам в кратчайшие сроки создавать большие результаты. Когда вы приходите в какое-то дело, в какую-то сферу и так далее, вы должны искать инструменты. Почему? Потому что, используя инструменты, грамотно используя инструменты, вы можете создавать результаты на месте намного больше. Потому что ну, иногда люди, они, приходя в какой-то бизнес, они там, надеются только на себя и как-то игнорируют инструменты. Я не знаю, или, может быть, не то, что игнорируют, но не придают им значения. Вот. Куда бы вы ни пришли, ну и в нашем бизнесе тоже, первое, на что нужно обратить внимание, какие здесь есть инструменты. То есть за что, то есть чем я могу пользоваться для того, чтобы, еще раз, в кратчайшие сроки, используя минимум усилий, создавать больше результатов. У нас много инструментов есть в нашем бизнесе, но один из главных вообще, даже я бы, наверное, выделил, что это самый главный инструмент у нас – это мероприятие компании, события компании. Я уже 15 лет работаю в партнерских программах, мне сегодня 35, я в партнерские программы пришел, когда мне было 20 лет. И когда я только пришел в бизнес, мне мои кураторы говорили, там, как, знаете, как попугаи заведенные, что у нас есть инструмент, самый главный, это мероприятие компании. Может быть, поэтому я это впитал с молоком матери моей, куратор профессиональный. И поэтому я об этом постоянно говорю. Но это действительно, я ну, ничего эффективнее в нашем бизнесе на самом деле я не видел. И почему мероприятия, они так важны? Почему один из самых главных инструментов? Вот в продажах, наверное, в любом бизнесе, но в частности в продажах, важно наше внутреннее состояние. То есть то состояние, с которым мы идем общаться с человеком. Люди всегда чувствуют. Причем люди чувствуют, они... То есть мы всегда чувствуем на каком-то глубинном уровне тот посыл, который нам дает другой человек. И вы, наверное, слышали, да, вот эту историю, что человек, ну, то есть из того, что вы говорите, важно 55% вашей невербалики, вот этот язык тела, и люди воспринимают только на 10% то, что вы говорите. То есть мы очень большое значение придаем словам, то есть прийти и что-то правильно сказать. На самом деле это 10% от успеха, а 55% принимает наше бессознательное, то есть наше какое-то внутреннее «я», которое считывает собеседника.
И очень важен язык тела, очень важно вот это внутреннее состояние, а тело навсегда передает внутреннее состояние. Как бы вы его не тренировали, как бы вы не хотели, вы никогда не сможете. То есть тело всегда передаст ваше внутреннее состояние. И когда мы работаем в продажах, когда мы идем к людям, когда мы им показываем то, что, ну, то есть тот продукт, с которым мы работаем, очень важна вот это вот внутреннее состояние, вот это вот невербальное. И вы должны понимать, что для того, чтобы быть успешным абсолютно в любом деле, нужно пропитаться этой идеей, пропитаться этим продуктом. Потому что я не видел вообще, ну, по крайней мере, за всю свою профессиональную жизнь, я не видел ни одного человека, который где-то с наскока заработал деньги. Как правило, все результаты, все успешные ребята – это те люди, которые очень хорошо погрузились в какое-то дело, пропитались там, просолились им, и их тело, их невербалика, их внутреннее состояние выдает полную, стопроцентную уверенность. И это надо, это важно людям, особенно в сегодняшнем мире, вот этом, когда просто сумасшедшая неопределенность. Это очень важно. И когда вы к человеку идете, надо понимать, насколько вы уверены в том деле, которое вы делаете, в том продукте, которым вы занимаетесь. И сделки на самом деле происходят не от того, что вы говорите красивые слова, а сделки происходят от того, что вы сами верите в то, что вы говорите. И вот на это надо, ребята, обращать внимание. То есть на самом деле, понятно, нужно учиться говорить, нужно учиться презентовать, нужно учиться правильно вести диалог, нужно учиться выступать, то есть ораторское искусство и так далее. Но важно понимать, что это фронт, а бэкэнд на заднем плане, ваша невербалика, ваше внутреннее состояние, вера в то дело, которым вы занимаетесь. Почему мы говорим, что вот ты приедешь на мероприятие, и, значит, у тебя после этого пойдет твой бизнес? И, значит, почему? Потому что мы, и вот в частности я за 15 лет, я на 100% уверен, что на мероприятии человек, он, знаете, он как, ну, просаливается, он вникает, он погружается в эту идею. И его тело начинает, его бессознательное начинает в эту историю верить. И иногда бывает, люди приезжают на мероприятие, они говорят, ну, я приехал на мероприятие, я уже был в прошлом году или там в прошлом месяце, я уже все это слышал. На самом деле, ты туда едешь на мероприятие не столько для того, чтобы услышать что-то для своего мозга, сколько вот это вот внутреннее, бессознательное свое еще раз вот в эту историю погрузить, для того, чтобы оно синхронизовалось с этой идеей, чтобы у тебя на внутреннем плане произошла вот этот вот щелчок, произошла вот эта вера. И когда она происходит, у тебя идет бизнес в гору. Мы, ну, очень много видели результатов, когда человек после мероприятия выстреливает. То есть вот, то есть у него были какие-то результаты, приехал на мероприятие и просто пошел в гору. Опять же, не столько потому, что он там что-то услышал, не столько потому, что он там что-то узнал, а он просто каким-то образом синхронизировался с вот этой энергией, с этими людьми. Он услышал доказательства, пруфы большого количества людей, и его бессознательное, оно вот в эту историю, то есть стало частью этой истории. Короче, вот так. Вот, поэтому мероприятия, они на самом деле важны. Это я сейчас рассказываю вам вот с этой высоты, там, 15-летнего своего опыта. Но когда я только пришел в бизнес, мне просто мои кураторы говорили, тебе нужно просто в это поверить. То есть просто пойми, что мероприятие – это самый важный инструмент в нашем бизнесе. И на самом деле приглашать на мероприятие – это одна из наших, скажем так, функций работы. Вот если бы мы, например, на входе, когда человек приходит нам в партнерство, если бы мы выдавали функциональные обязанности, то вы когда на работу приходите в найм, и вам там платят зарплату, и ваш работодатель говорит, я буду тебе эти деньги платить за то, что ты будешь делать вот это, вот это, вот это. Он выдает функциональные обязанности. То есть что ты делаешь, и вот когда ты это будешь делать, я буду тебе за это платить деньги. Вот если бы мы выдавали на входе в нашей партнерской программе функциональные обязанности, я думаю, что там одним из первых пунктов, если не первым, было бы работа по приглашению потенциальных клиентов, потенциальных партнеров на мероприятие. То есть я думаю, что это было бы один из первых пунктов. То есть, по сути, это одна из главных задач, это, ну, наша работа. То есть наша работа продавать продукт, наша работа говорить о партнерской программе и наша работа приглашать на мероприятие. Когда я начинал бизнес, мне было 20 лет, мне мой куратор вообще сказал, она говорит, ты должен превратиться в продавца билетов. Я говорю, ну слушайте, я сюда пришел вообще деньги зарабатывать и, значит, продукт продавать. Она говорит, нет,
просто тебе нужно прямо сейчас превратиться в продавца билетов. То есть у нас мероприятие, оно будет через, там, по-моему, 2 недели, тебе нужно превратиться в продавца билетов. То есть ты за это время должен продать минимум 10 билетов. Я говорю, я не за этим сюда пришел. Она говорит, поверь мне, за этим тебе надо просто это сделать. И когда я начал приглашать на мероприятие людей, я понимал, что на мероприятие у меня легче закрываются сделки. Потому что одно дело, я лично человеку рассказываю, другое дело, человек пришел в эту среду, и ему много человек, по сути, закрывает сделку. То есть все профессиональные спикеры компании делают презентацию и закрывают человеку сделку. И мы с вами это прекрасно понимаем, особенно те, кто долгое время уже работает. Но почему-то мы этим не пользуемся. Причем вот у нас, когда я сам работал в партнерской программе, особенно в самом начале, у нас постоянно культивировали идею, что ты должен продавать, ну, не менее 10 билетов. И ты там в офис не приходишь до тех пор, пока ты не продал 10 билетов. Почему? Потому что это крайне важно. То есть чем больше у тебя будет гостей, тем лучше твой бизнес будет развиваться. Нам рассказывали самые там, ну, очень интересные истории из других стран, когда люди привозили на мероприятия автобусами своих приглашенных, вот, особенно там в азиатских странах нам рассказывали вот эти истории, когда самые большие топ-лидеры вообще начинали с этого. То есть они просто привозили на мероприятие большое количество потенциальных клиентов, потенциальных партнеров. Еще раз, ребята, я хочу, чтобы вы услышали. То есть у нас с вами сегодня доброе утро, еще раз, это формат, когда мы как будто бы с вами сидим в кафе за чашкой кофе друг против, то есть, да, напротив друг друга, или на кухне, и просто пьем кофе и разговариваем. И я вам рассказываю, то есть, ну, передаю свой опыт. Я рассказываю то, с чего я начинал, и я поопытнее, и я рассказываю, ну, что нужно здесь делать. Вот, поэтому это вот те вещи, которые в самом начале бизнеса я для себя очень четко усвоил, и я все свои результаты связываю с этим. То есть это работа на мероприятии. То есть это еще раз важнейший инструмент. Я еще услышал такую фразу, когда я начинал бизнес, то, что мы работаем от мероприятия к мероприятию. То есть когда мы находимся на мероприятии, и оно закончилось, ты сразу же должен искать следующее мероприятие, на которое ты будешь работать. То есть работа на мероприятии, это что значит? Это приглашение большого количества потенциальных гостей на это мероприятие. И вот мероприятие только закончилось, ты уже сразу ищешь мероприятие, на которое ты начинаешь работать. И ты уже с этого момента начинаешь приглашать на это мероприятие. То есть превратиться в продавца билетов. И вот эту вот, скажем так, функцию я время от времени мощно включал, когда понимал, что мне нужны результаты в бизнесе, когда я понимал, что я хочу в бизнесе вырасти, мне нужно стать продавцом билетов в моем бизнесе и начинать продавать. Причем у нас все это прекрасно понимали, у нас всегда на мероприятии были квоты. И, значит, квоты давали, исходя из товарооборота. Вот. Но, значит, первая квота всегда была 60% для того, кто выкупает вообще, то есть первая квота была 60%, если ты приходишь и выкупаешь 60% за живые деньги, 60% зал. Вот. И я всегда закрывал квоту, как только мероприятие объявлялось, я шел за свои деньги, выкупал 60% билетов, раздавал своей структуре, и была мотивация еще и, ну, как бы эти билеты быстрее продать для того, чтобы не за свой счет, как бы, сделать вот этот банкет. Вот. Так что это вот история с продавцом билетов. Окей. Значит, и у нас с вами мероприятие. У нас с вами тоже в компании событийная линейка. У нас постоянно форумы проходят. На этой неделе у нас будет 3 форума в Йошкар-Оле, в Самаре и в Севастополе. Вот. А также есть такие знаковые рэперные мероприятия в компании. И вот мы сейчас с вами как раз говорим о том, что фокусируемся на него. Это наш осенний выезд. Значит, у нас от компании есть 4 мероприятия в году. Это итоги года. Это день рождения компании, и есть 2 выезда – осенний и весенний выезд. Значит, чем я люблю осенний выезд? Значит, осенний выезд я очень люблю по нескольким причинам. Значит, во-первых, осень, то есть осенний выезд – это осень, а осень – это активная бизнес-пора. То есть самые-самые большие товарообороты во всех практически бизнесах, они происходят осенью, потому что все после лета отдохнули, полные энергии, люди выходят и начинают работать.
Значит, весной тоже хорошая пора, бизнес, но вот самое-самое – это осеннее. То есть тогда, когда все практически люди в фокусе, то есть все активно работают, все что-то хотят, все, значит, покупают, все продают и так далее. То есть происходит такая вот бизнес-активность. И вот этим тоже нужно пользоваться. Поэтому осенний выезд, он как раз попадает в ту пору, когда вот эта вот бизнес-активность, она зашкаливает. Следующий момент, почему я люблю осенний выезд, он посередине второго спринта. Второй спринт – это тоже осенний спринт. Значит, и ровно посередине у нас вот этот осенний выезд. То есть мы с вами были на день рождения компании, значит, и у нас спринт 6 месяцев, и вот как раз посередине этого спринта осенний выезд. То есть это для тех особо, кто немножко запыхался, кто, значит, кому нужна вот эта подзарядка, вот этот драйв, эмоции, вот этот осенний выезд, он очень хорошо в этом плане работает. После осеннего выезда мы обычно все как пробки вылетаем и там, по регионам начинаем работать, потому что куча энергии, просто очень много энергии, драйв, эмоции, вот это вот правильное внутреннее состояние. И мы, значит, идем активно работать. Это мощный заряд, я уже об этом сказал, то, что это еще очень сильно это повышает вот этот градус эмоций. И то, с чего я начал, то, что мероприятия, они дают внутреннее, правильное внутреннее состояние, они дают веру в продукте, веру в бизнес и так далее. И вот с этим уже результатом вы, по сути, измененные, идете уже в рынок. Потому что как есть такая пословица, что мы из путешествия не приезжаем, то есть приезжаем уже другими людьми. То же самое и про наши мероприятия. То есть все наши партнеры, выезжая, они приезжают уже другими людьми, потому что их невербалика, их язык тела, их внутреннее состояние, оно уже другое, оно поменялось. Вы даже можете отследить, ребята. Я это замечал просто огромное количество раз. Я делаю действия до мероприятия, и я продолжаю те же самые действия делать в том же самом объеме после мероприятия. Результаты просто вообще совершенно разные. Бывают вообще разные. То есть у меня бывало такое, что после мероприятия я увеличил товарооборот в 6 раз. Вот насколько было мощное мероприятие, насколько сильно я там вдохновился, насколько сильно я там пропитался вот этой идеей. Потому что после мероприятия у тебя уже по-другому все складывается. Химия работает по-другому. Затем, значит, как показывает практика, после осенних мероприятий у нас самые большие результаты, самые большие объемы, самые большие товарообороты. Понятно, что после итогов, после дня рождения, но вот после осеннего мероприятия у нас очень-очень большие товарообороты. То есть это показывает практика. То есть мы уже сколько раз там, это делали, и каждый раз очень большие товарообороты, очень большие объемы у людей. Поэтому вы можете попасть вот, скажем так, в эту выборку, в эту статистику. Еще раз, те, кто приезжает, у них, как правило, увеличиваются результаты. У кого-то больше, у кого-то меньше, но результат увеличивается, если вы после этого, понятно, что-то начинаете делать. Ну и приятная причина, значит, это продлить лето. То есть мы летим, продлеваем лето. Кстати, вы смотрели погоду в Анталии? Я вчера зашел посмотреть просто ради интереса Анталию. Я сейчас вам покажу. Вот, смотрите. Анталия. Вот. Вот тут видно, да. Стабильность, видите? Солнце, солнце, солнце. 29-28. То есть мы скоро туда полетим. Погода будет такая, плюс-минус. Нет, она будет еще более комфортной. То есть она будет где-то 27, 26, 25. И вот посмотрите, солнце, 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 солнце. Вот, то есть это еще такая приятная история, это продлить лето. Вот, поэтому вы, когда приглашаете кого-то, вы поставьте там в телефоне, значит, сразу выборку Анталию, чтобы это была ваша закрывашка. То есть вот еще одна причина, почему нужно ехать в Анталию. Сейчас там жарко, да, 30 градусов жары, 31. А вот когда мы полетим, обычно это самый бархатный сезон в Турции, октябрь, даже, скажем так, середине октября. Вот мы с вами как раз туда полетим. Это такой мягкий, вода еще теплая в море, офигенно. Вот. И нет вот этой жары. То есть 25-26, можно позагорать, хорошо, комфортно. А вечером такая прохлада, приятная прохлада. Вот, и, не знаю, самое приятное время в Турции в это время. Вот, поэтому еще одна причина, почему туда наехать, нужно продлить лето. Мы с вами можем лето продлить. Окей,
И что сейчас нужно сделать? Нужно, ребята, на этом мероприятии нужно работать. То есть что значит работать? Работа – это продавец билетов. То есть я продавец билетов. Перед мероприятием я активный продавец билетов. Я все, кто у меня на расстоянии вытянуть руки, тем более, я всех их приглашаю на это мероприятие. Мы еще в Турции приглашаем всех потенциально. То есть туда можно приехать вообще, то есть человек, который даже вообще ничего не слышал. Вот. Почему? Потому что он 4 дня с нами находится, он для себя, ну, скажем так, примеряет вот это партнерство, он для себя, ну, как бы отвечает на все вопросы, по сути. И понятно, что это не говорит о том, что там все, кого вы есть, они все станут партнеры, потому что этот бизнес не для всех, мы с вами должны понимать. То есть, ну, нет ни одной сферы, куда там все пошли, то есть все люди разные, 8 миллиардов человек, 8 миллиардов разных людей. Вот, но это говорит о том, что человек, он сможет в правильной обстановке для себя принять решение. Вот, и, как правило, те решения о партнерстве, которые происходят на мероприятиях, они самые-самые долгосрочные, самые сильные. Вот это тоже отметьте. Все решения, которые принимают люди о партнерстве на мероприятиях, вот этих важных от компании, итоги, день рождения, выезды наши, это самые мощные партнерства. То есть это те партнеры, которые создают очень-очень большой результат. Потому что старт мощный. Так, и что нужно дальше сказать? Значит, мы с вами летим в отель. Это Корнелия Делюкс Резорт. И я знаю, что она сейчас на стопе. Мы с вами, я не думал, что все так быстро произойдет, но похоже на то, что мы с вами летим очень-очень большой тусовкой. И отель наш встал на стоп. И, значит, мы сейчас эти моменты прорабатываем для того, чтобы мы могли комфортно там разместиться. Теперь вопрос по тому, как мы с вами будем размещаться. Значит, мы вчера этот вопрос решали, так как отель у нас стал на стоп. Значит, еще раз, мы не ожидали, что все так быстро произойдет, потому что у нас обычно отель встает на стоп под конец уже, то есть под наш приезд, то есть мы все там помещаемся. Но, видно, что в этот раз у нас собралось огромное количество людей, и у нас отель встал на стоп за 2 недели до мероприятия. Мы начали вчера активно решать этот вопрос, и, значит, у нас есть такое решение. Значит, изначально, когда мы выбирали Корнелию, значит, мы почему выбрали, один из моментов, почему мы выбрали этот отель, потому что у них сетка, то есть Корнелия, там есть несколько отелей, и рядом с нами, там, ну, буквально вот через, я не знаю, там, ну, в общем, рядом с нашим отелем Корнелия есть, вторая Корнелия, она называется тоже в Белеке, Гольф Резорт, я сейчас выведу название этого отеля. Значит, это тот же отель, то есть та же самая сетка. Значит, и мы договорились, что мы, если наш отель, в случае того, что если наш отель станет на стоп, то, значит, там, то есть закончатся номера, то мы, значит, сможем селить наших гостей в этом отеле, во втором, вот этот Корнелия Даймонд Гольф Резорт. И, значит, этих отелей будут, и гостей с этого отеля будут пускать в зал. Потому что, ну, вы знаете, да, что, например, когда мы проводим мероприятия в отеле, те, кто там живут, они приходят, а те, кто из других отелей, они этого не любят, и они не пускают. Вот. Они раньше пускали до вот этих ковидных ограничений там за 100, за 120, за 150 евро в день. Вот. Но сейчас еще есть вот эти определенные ограничения ковидные, поэтому мы договорились, что гости из одной сетки, они смогут приезжать. То есть поэтому у нас сейчас нам выделили квоту, вот этот Корнелия Даймонд Гольф Резорт, он выделил квоту специально для нас. По-моему, там есть еще сейчас 30 номеров. Вы можете спокойно селиться в Корнелию Даймонд Гольф Резорт, и вы сможете приехать на мероприятие, на наше мероприятие в Корнелию Делюкс. Вы сможете приехать и быть на мероприятии, и там символическая плата, по-моему, за день 30 евро. Ну, потому что вы будете пользоваться шведским столом, значит, в отеле. То есть вы весь день можете находиться в отеле, вот, и это будет 30 евро в день. То есть это не 100 евро, не 150 евро. Такая договоренность вот с отелем со вторым в сетке. Поэтому и единственное еще условие, что нужно бронировать только через Galactic Travel. Это наш корпоративный турагент. В чатах уже есть контакты. Вы можете посмотреть чаты. Там есть контакты Юлианы, которая
с которой есть как раз-таки, у нее есть прямая договоренность с этой сеткой, и у нее есть вот эта квота на 30 мест. Поэтому мы сейчас еще выделили на 30 мест квоту. Если мы эту квоту сейчас заполним, мы будем еще что-то дальше думать для того, чтобы все желающие, кто хотят приехать, чтобы все попали на наше мероприятие. Значит, кстати, давайте я вам еще покажу, как выглядит эта Корнелия. Этот гольф, резорт, тоже очень хороший, красивый, симпатичный отель. Вот, так что вы сможете к нам тоже приезжать, и мы с вами сможем быть все вместе. Значит, ну, к сожалению, у нас такая практика, что, ну, такое бывает, что мы, значит, выбираем отель, мы всегда выбираем большие отели с большим номерным фондом, но бывает так, что отель встает на стоп. Вот, и это бывает не так часто, но бывает. Но вот в этот раз похоже, что у нас огромное количество желающих, и мы за две недели до мероприятия отель поставили на стоп. Вообще такое, я не знаю, по-моему, может быть, было раз в моей истории, по моему опыту, но так быстро, чтобы мы отель заполняли, такого вообще не было. То есть это говорит о том, что вот в Корнелии Делюкс там будет огромное количество наших людей. Понятно, что там есть квоты для иностранцев, но вот... Значит, квота российская, она, скорее всего, заполнена всеми нашими партнерами, вот, и мы с вами все скоро увидимся. Вот, я все, я финалю, и в сухом остатке, ребята, еще раз, самый главный инструмент в нашем с вами бизнесе – это мероприятие, и этим инструментом надо пользоваться. Пожалуйста, не игнорируйте, это то, что позволяет вам в кратчайшие сроки при минимальных усилиях добиваться больших результатов. Этим нужно пользоваться. И сейчас важнейшее, самое важное событие осени – это наш осенний выезд в Турцию. Поэтому есть такая хорошая фраза, то, что кто-то ищет возможности, а кто-то ищет отговорки. Вот. Поэтому будьте тем человеком, который ищет возможности. И те, кто хотят, они точно на это мероприятие попадут, точно попадут в этот зал. Ограничения, не ограничения – на 105 или так далее. То есть найдут возможность быть в этом, поэтому ищите возможности. И я думаю, ваши кураторы вам уже давным-давно об этом сказали, я тоже это скажу, что просто имейте еще раз в виду, когда мы начинаем какое-то мероприятие, нужно заранее бронировать, то есть заранее билеты брать, потому что бывает, что билетов нет, бывает, что отель на стоп встает и так далее. То есть это все надо делать заранее. Все, мне на этом все. Я желаю вам хорошего дня. Благодарю за внимание. И до следующих встреч. Очень скоро увидимся с вами через две уже недели в Турции, в теплой Турции. Все, всем пока. Хорошего дня.